вот так выглядит стройка. В час ночи. В час ночи. Соседи не спят, горят огни. Никто здесь не спит. Заливают бетон бетономешалом. Потрясающе. Вот же паспорт объекта. Базис инвестстрой, Галстян строит. Дом строй. Позвони директору, разбуди его. Галстяну. Давай сразу главному. Я снимаю. Спроси, как ему спится. Спит, да? Добрый вечер. Александр Евгеньевич. Давайте подпочки. Простите. Вы здесь вот написано директор строительства. Дальше я понимаю. А вот. Да, они у нас есть. Выйдите, пожалуйста, стоит на все больше. Выйдите за крышу. А где вы находитесь, я вас спрашиваю? Это отключать. Пожалуйста, выйдите. Очень приятно. Вы спите? А я не сплю, потому что у меня строительство здесь такое. Кому мне позвонить? Если вы извиняетесь, вы не знаете, что идет процесс. Кому мне позвонить, кто знает. У нас здесь стоит 18 человек жильцов. Сотрудники ППС, сотрудники полиции. Кому мне позвонить? Кого набрать? Здесь написано директор Соколова Александр Евгеньевич. Ваш номер, номер. Если есть один, то я не знаю. Меня выгоняют. Я стоюсь. Он ничем не может нам помочь.